Маршрут движения автобуса 28 останется прежним. Решение об изменениях, касающихся этого городского автобуса, соединяющего Прилуки и Лосту, приостановлено по распоряжению мэра Вологды Андрея Травникова. В основе такой позиции – мнение вологжан и представителей городского общественного совета. Общественники выразили сомнения в связи с нововведениями на данном маршруте. Напомним, с 1 июля планировалось изменить конечную остановку на маршруте номер 28. Предполагалось, что автобус, отправляясь по-прежнему из Прилук, будет ходить только до 6-го микрорайона. При этом остановку с перекрестка Текстильщиков Беляева планировалось перенести на Беляево-Петрозаводскую. Однако изменение маршрута движения и перенос остановочного пункта вологжане восприняли неоднозначно. Этот вопрос стал одним из ключевых на заседании рабочей группы, посвященной работе городского транспорта. В ней приняли участие представители департамента городского хозяйства, перевозчики и представители общественности. На сегодняшний день принято решение о заморозке ранее принятого решения по 28-му маршруту. Ситуация будет изучаться дополнительно и обсуждаться и с вами на данной рабочей группе в какой-то срок. И после этого, значит, возможно, мы вернемся к тому решению, которое было принято. Возможно, мы с вами выработаем какие-то другие решения, которые будут в дальнейшем реализовываться. В ближайшее время пройдет серия встреч с жителями микрорайонов, по которым проходит маршрут автобуса. В результате будет выработан вариант, который устроит всех. Ангелина Евстафеева, Елена Золотова, Михаил Протасов, Вологда РФ.